Сегодня мы спросили красноярцев, а платят ли они за парковку в центре. Сейчас предлагаю послушать, что отвечают горожане. Парковку в центре оплачиваете? Честно, нет. А почему? Ну, считаю, что не особо целесообразно. Я на них не стараюсь не вставать, на платную парковку. А почему? Ну, мне хватает бесплатно. Еще можно таких центров? Пожалуйста, вот оно. Бесплатная парковка. Я редко бываю в центре, поэтому мне без разницы, например. А вообще пользуетесь платной парковкой? Нет, я вот здесь стою, с утра занимаю место и все. А принципиально не хотите на платное место вставать? Ну, если я занимаю бесплатное, зачем мне платное? А часто удается занять бесплатно? Да, я утром приезжаю на работу, еще место это свободное. Не понимаю, как они пользуются. Вот верите, нет, говорят о них много, да, но вот именно показать какой-то конкретики... Я не смогла. Поэтому мы ищем бесплатные парковки.